19 июля 2017 года, это поселок Потеряевка. Вот подъехал брату нашему Роману, малышу. Вот тут на дерево залез тополь. И отпилил от ветки, чтобы его валить можно было. Такую приспособу придумал. Вот он сидит на дереве. Брат, ты не снимай, ты молись. Молюсь, и так. Че решил-то? Ну че, еще стрелил. Давай. С Божьей помощью. Так, я сейчас не стану. Вот так ты имел в виду, да? Расслабить, чтобы он лежал как по земле, знаешь, не был натянут. Вот так, да? А, вон там. А у тебя там он ослабнет еще? Можно так пойти, оттуда потянуть, оттуда потянуть. Угу. Тут он уже завалил, вчера тоже один тополь. Во-во-во-во. Сейчас он будет лежать. Угу. Так, здесь ходить можно? Да, конечно. Так вот. Все, не натягивается. О, гремит. О, Господь страшен для сынов человеческих. Какая высота это вообще. Все равно там тут я покажу сейчас. Тополь один тоже завалил. Вот он. Здесь здоровенный лежит. Вот моя рука. Вот он. Как он большой. Так, вот он. Так вот он сделал запил, отпилил. Тут у меня все было на ремнях, на растяжках. И вот этот домкратом потом упер, распил и начал поднимать, и дерево рухнуло туда. Так вот даже помощь Господь умудряет. Конечно, работа медленная, но поднимается потихоньку с Божьей помощью. Это у него на всякий случай безопасность, ремень. А это на то, что он держится, перехватывается. Очень все сложно, конечно.
Ладно, слава Богу за все. Аллилуйя. Вот продолжает Роман. Сейчас вот он уже на дерево залез до нужного сучка. И поднял себе бензопилу, снизу ему дал, подвязал. Вот он сейчас будет спиливать сучок. Так, небольшой. Посмотрим сейчас, что у него получится. У него топор тоже подвязанный. Вот так вот. Рисовывает. Ну, интересно, бензопила заводится. Как? Не как обычно, а тихонечко, так аккуратненько. Специально где-то такую взял. О, все, и завелась сразу. Подровняет. Поднимает Роман третий раз бензопилу, третью ветку спиливать. Две уже спилил он с Божьей помощью. Сейчас третью будет спилить, вот эту толстую. Очень опасная, конечно, она, но он ее поднимает сейчас. Там приспособление у него такое специальное, чтобы можно было придерживаться. Он перекидывает каждый раз петлю, верхнюю, нижнюю, и так поднимается. Вот он у него как выглядит. Так, там ветки, конечно. Ветка большая, так что лучше ставить с другой стороны. Господи, благослови, спаси, сохрани. Ресницы свои. Там у него страховочная цепочка или мешок, вот он виднеется. Вот он красный. На случай, если оборвется тут. Все, начинает пилить. Это вот. Приходится одной рукой держаться, а другой пилить. Перехватывается. Что там, брат, у тебя? Повыше надо? А? Повыше надо или что? Да-да, ухожу. Oh.
Выбило, да. Ну, видишь, вот это сломало. Ага, не выдержало. Мы не рассчитывали. Мы рассчитывали по-другому. Ну, хорошо, что не оборвало. Ну да, слава богу. Вроде все целое. Это Володя будет ругаться. Да. Господи, спаси, сохрани. Ветка толстая оказалась. Очень. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, и будете регулярно получать с нашего канала. Благодарим вас за просмотр данного видео. Ставьте палец вверх под этим видео, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик. Колокольчик будет давать вам возможность узнавать о новых полезных видео на нашем канале самыми первыми.